Тайны ордена тамплиеров. В течение почти 200 лет рыцари храма или тамплиеры считались воплощением образа крестоносца, борющегося с магометанами. Тамплиеры содержали крупную армию и целый ряд крепостей по всей Святой Земле, финансируя их за счет средств, полученных в Европе. Но к 1291 году мусульмане-мамилюки уничтожили последние христианские поселения в Палестине. Главной задачей рыцарей храма была защита паломников на пути к святым местам. Что теперь оставалось делать рыцарям-монахам? Ведь святой земли больше не было. Зачем тогда им было нужно их богатство? Часть четвертая. Легенда. Триумф мусульман над христианами на Святой Земле нанес заметный удар по престижу Европы, но не обернулся катастрофой. Хотя число желающих принять участие в крестовых походах значительно уменьшилось. Многим казалось очевидным, что Бог по какой-то причине отвернулся от крестоносцев. Тамплиеров неоднократно обвиняли в грехах гордыни, высокомерия и лицемерия, но их нельзя было упрекнуть в преступном сговоре с мусульманами. В жестокой битве за город Порт-Акр погибли гроссмейстер ордена и все оставшиеся на Святой Земле тамплиеры. Но в целом для ордена поражение на Святой Земле рассматривалось лишь как временная неудача. Тамплиеры проявили колоссальное мужество, обороняя в 1291 году уже обреченный город Порт-Акр. Но даже после возвращения рыцарей на Кипр, они не отказались от мысли о Святой Земле. Нанятый ими военный флот атаковал корабли египтян и сирийцев. Были предприняты попытки захватить острова Риад и Тортоза. Правда, в этом рыцари не преуспели. Рыцари не прекращали привлекать в орден все новых членов и собирать средства на будущую войну. Крестовые походы утратили свою былую привлекательность, но сама идея еще сохранялась. И у рыцарей не было трудностей в вербовке добровольцев. Стремление людей присоединиться к монашествующим рыцарским орденам основывалось на религиозных мотивах. С точки зрения спасения души, это был беспроигрышный вариант. В данном случае было уже неважно, выиграли бы крестоносцы очередное сражение или проиграли. Люди вступали в ордены уже только из-за того, что членство в них и гибель на поле боя автоматически гарантировали человеку Царствие Небесное и отпущение всех грехов. Обосновавшись на Кипре, рыцари с удвоенной силой начали эксплуатировать свой хозяйственный механизм по всей Европе, продолжая тем самым борьбу против ислама. Как всегда после поражения, рыцари готовились вновь вернуться в бой. Аресты.
Ранним утром 13 октября 1307 года по приказу короля Франции Филиппа IV по прозвищу «Красивый», все тамплиеры на подконтрольных королю землях Франции были арестованы по обвинению в идолопоклонничестве и распространении еретических учений. Обвинения против рыцарей храма были весьма серьезными. Их обвиняли в сговоре с мусульманами, поклонении идолам, отрицании божественности Иисуса Христа, поругании Святого Креста, сговоре с дьяволом, а также за человеческие жертвоприношения и мужеложство. За каждое из этих преступлений по отдельности полагалась мучительная смертная казнь. На территории Франции было арестовано свыше 5000 тамплиеров. Был захвачен даже великий магистр ордена Жак де Моле, впоследствии признанный виновным во многих тяжких преступлениях. Неужели действительно ревностные слуги церкви втайне поклонялись дьяволу? Одновременно с этим Филипп Красивый конфисковал все имущество ордена в пользу казны и пытался убедить других европейских монархов последовать его примеру. Однако далеко не все они были уверены в виновности рыцарей. Те правители, что не были связаны с французской монархией, отнеслись к выдвинутым против рыцарей обвинениям весьма скептически. Например, итальянцы прямо указывали на то, что главную роль в заговоре против тамплиеров сыграли деньги. Их словам можно доверять, ведь Италия в XIV веке была финансовым центром Европы. Идею встретили весьма скептично. Король Англии Эдвард II прямо заявил, что не верит в виновность рыцарей. В его глазах рыцари храма были и оставались верными защитниками дела Христова и преданными союзниками английской короны. Было хорошо известно, что французская монархия испытывала серьезные денежные трудности. В предшествующие годы французский король снизил качество чеканной монеты и провел экспроприацию имущества у евреев. Филипп Красивый был очень набожным монархом и свято верил в то, что рассказывали о рыцарях храма. И он посчитал своим долгом очистить от них свое королевство. Однако арест верхушки рыцарей ордена был лишь завершением длинной цепи придворных интриг и противостояния папскому престолу. Интересным моментом было также и то, что руководивший в те годы церковью папа Климент V в первое время проявил непростительную растерянность, не зная, что предпринять. Его не столько даже волновала судьба самих тамплиеров, сколько скрытый удар по господству римско-католической церкви в Европе и сохранение позиций папства и церковного духовенства в противостоянии королевской власти. Но все попытки вмешаться в судебное разбирательство ни к чему не привели. Папа даже был вынужден отдать распоряжение об аресте тамплиеров во всех других странах, чтобы лично убедиться, что в выдвигавшихся против них обвинениях правда, а что нет. Вмешательство католической церкви было тем, чего ожидали тамплиеры. Они немедленно заявили, что все ранее данные ими показания были сделаны под пыткой, и они готовы принять справедливый суд лишь из рук главы церкви. Увы, но рыцари храма не учли политической обстановки.
Именно в этот период старая Европа и Франция переживали серьезный кризис традиционализма, связанный с укреплением монархии и уменьшением роли церкви в жизни государства. На пути короля Франции не было преград. Расправившись с тамплиерами, он начал распространять по всей стране им же самим сочиненные признания рыцарей, одно страшнее другого. Для жителей средневековой Франции и Европы новость о богохульстве рыцарей храма стала полной неожиданностью. Еще и сегодня люди уверены в том, что все, рассказывавшееся о тамплиерах, было правдой. Некоторые историки утверждают, что тамплиеры действительно были виноваты в том, в чем их обвиняли, приводя в качестве доказательства многочисленные дошедшие до нас протоколы допросов, в которых в деталях описывается большое число непристойных и богохульных действий рыцарей храма. На мой взгляд, человека, живущего в 21 столетии, большинство этих признаний были сделаны под жестокими пытками, которые травмировали людей как психически, так и физически. В те годы истязания при дознаниях применялись особенно широко. Нетрудно догадаться, что под пыткой большинство людей сознается в чем угодно. Большинство тамплиеров были замучены палачами в застенках. Поэтому ценность их признательных показаний, сделанных под пыткой, в лучшем случае невелика. Выдвинутые против ордена тяжкие обвинения очень удачно упали на почву общей подозрительности и недоверия к рыцарям храма со стороны жителей Европы. Огромные богатства тамплиеров, неудача по защите Святой Земли и связи с мусульманами были достаточным поводом для того, чтобы даже сам римский папа поверил в их виновность. В целях сохранения своего престижа папа был вынужден лишить своей поддержки церковный орден рыцарей храма. У тамплиеров практически не оставалось возможностей защитить себя и свой орден перед лицом тяжких обвинений. Главный вопрос того судебного разбирательства заключался в том, что все, что было связано с богохульством, отступлением от церкви и еретическими идеями, рассматривалось не светским, а папским судом, тем более в отношении членов церковных орденов. То, в чем обвиняли тамплиеров, находилось как раз в юрисдикции церкви и не могло рассматриваться судом монарха. Поэтому доказывать свою невиновность рыцарям храма приходилось перед лицом достаточно некомпетентного в делах религии светского судейства, подстрекаемого королем Франции. Приговор. Суд над рыцарями храма длился 5 лет. В ходе него, по приговору короля Франции, 54 тамплиера были признаны виновными и взошли на костер. В марте 1312 года, через 5 лет после проведения первых арестов, римский понтифик объявил о роспуске ордена рыцарей храма. Все находившиеся в его распоряжении земли и имущества к ярости французского короля отошли к рыцарям-госпитальерам. Филипп немедленно вновь начал гонения против рыцарей. Вся Европа была ошеломлена. Роспуск рыцарского ордена был делом беспрецедентным. Многие были уверены, что причиной всего были богатства тамплиеров, присвоенные французской короной. Например, в Англии король Эдвард II специальным указом подтвердил собственность ордена тамплиеров на все его владения.
Однако в 1312 году, когда вся собственность ордена должна была перейти рыцарям-госпитальерам, он отменил свой указ и, несмотря на протесты рыцарей-госпитальеров, перевел всю собственность тамплиеров под управление государства. Часть имущества даже была конфискована у госпитальеров силой. Но раз начавшись в одной стране, процесс разрушения хозяйственной системы ордена продолжился уже везде. В 1314 году по обвинению в ереси зашли на костер два последних великих магистра ордена – Жак де Моле и Жофруа де Шарне. Остальным рыцарям храма, кто раскаялся или признал свою вину, сохранили жизнь и разрешили присоединиться к другим орденам. За 200 лет войны на Святой Земле в боях сложили головы свыше 20 тысяч рыцарей, защищавших от ислама христиан, которые позднее сами уничтожили своих защитников. Сегодня сохранились лишь немногие напоминания о былом величии ордена и о созданной им уникальной финансово-хозяйственной системе. Однако даже современная торговля, банковское дело и наука управления хозяйством во многом обязаны рыцарям храма. История Ордена Тамплиеров во многом напоминает историю многих тайных и открытых религиозных орденов, в разные годы истории, переживавших расцвет, впоследствии сменявшийся падением. Однако история рыцарей храма особенно показательна, ведь этот орден сумел оказать влияние на всю Европу в целом. I think that we are far too much influenced by the fact they were brought to trial. Исследуя историю ордена рыцарей храма в период с 12 по 13 века, необходимо подходить к этому, абстрагируясь от судебных процессов и той катастрофы, которая произошла с орденом в конце его существования. Без этого заключительного отрезка истории ордена его судьба выглядела бы совсем иначе. Объективно говоря, лично я не усматриваю какой-либо реальной связи ордена с теми обвинениями, которые выдвигались в его адрес. Причиной изменения отношения к ордену явилось его огромное богатство и влияние, которые создавали неприятную конкуренцию французской монархии. Мифы и легенды. Однако история ордена рыцарей храма не закончилась с распуском ордена и гибелью его высших иерархов Жака де Моле и Жофруа де Шарне. Вокруг исчезновения ордена сложилось много тайн и легенд, будоражащих воображение уже 700 лет. Сегодня тамплиеры неизбежно предстают перед нами именно в том свете, в каком рыцари изобразили участники процесса по их делу. Определенную роль в этом сыграл и писатель Вальтер Скотт, написавший в 1819 году роман «Айвенго». Изобразив в нем тамплиеров как высокомерных и коварных носителей магических тайн, заклятых врагов христианства. Вскоре после распуска ордена тамплиеров стали появляться легенды о созданных уцелевшими рыцарями тайных обществах, спрятанных до поры несметных богатствах, о таинственном содержании христианских реликвий. Одной из первых легенд, связанных с тамплиерами, стала история о проклятии,
произнесенном своим мучителем высшими иерархами ордена Жаком де Моле и Жофруа де Шарне, уже стоявшими в пламени костра. В последние минуты жизни де Моле, взывая к Божьей справедливости, проклял королевский дом капетингов, самого короля Филиппа Красивого и папу Климента V, со словами, что не пройдет и года, как все они предстанут перед судом Божьим. Пророчество старого тамплиера сбылось. Не прошло и года, как скончался папа Климент, а за ним и король Франции Филипп Красивый. Однако эта история, пожалуй, единственная, сохраняющая хотя бы видимость правдоподобия по сравнению со всеми теми легендами, которые сложились вокруг ордена тамплиеров в дальнейшем. Не исключено, что значительная часть этих историй была просто выдумана различными людьми, пытавшимися таким образом использовать память о рыцарях храма в своих целях. Одной из наиболее любопытных легенд, связанных с тамплиерами, была история обретения ими Туринской плащаницы, куска полотна, в которое после смерти якобы завернули Христа. В 70-е и 80-е годы 20 века, когда учеными был поставлен вопрос о подлинности этой христианской реликвии, было проведено серьезное исследование в целях выяснения ее происхождения. В этой истории были пробелы. Так, например, появилась легенда, что, обнаружив покрывало савана Господня, тамплиеры длительное время хранили его в Турине вместе с остальными своими сокровищами, вплоть до конца 13-го столетия. Якобы именно отсюда берут свои истоки обвинения рыцарей в поклонении идолам и возвеличивании еретических культов. Однако до бесславного конца ордена его высшие чины распорядились передать плащаницу на хранение своему доверенному лицу в Турине, в семье которого она якобы и хранилась все годы до своего чудесного появления. Эта история довольно правдоподобно объясняет то, что происходило с плащаницей в период с 13 по 14 века, и дает ответ на вопрос о правдоподобности обвинений против тамплиеров. Однако главная проблема заключается в том, что у этой теории нет ни одного достоверного подтверждения. Еще и сегодня легенды об ордене тамплиеров живут благодаря многочисленным тайным обществам, называющим себя их наследниками. Многие из них активно занимаются благотворительностью. Это нужно, чтобы подчеркнуть свою связь с теми задачами, что стояли перед рыцарями храма в период существования и расцвета ордена. Дело в том, что в XVI и XVII веках в обществе вновь появился большой интерес к рыцарям храма. Своим появлением большинство современных обществ, называющих себя тамплиерами, обязано уже 18-му столетию. Например, часто с рыцарями храма ассоциировали себя масоны. По их представлениям, предки масонов были теми строителями, которые возводили на святой земле города и крепости крестоносцев, а еще древние – строителями знаменитого храма царя Соломона, который, собственно, и дал название ордену рыцарей храма. Безусловно, современные масоны
не могли пройти мимо сложной мистической атрибутики того времени, восстановленной и интерпретируемой ими в качестве тайного знания, которым некогда обладали средневековые тамплиеры, которое было сохранено для будущих поколений несколькими уцелевшими рыцарями, избежавшими гонений папской и королевской власти. Так что идеи с возрождением ордена храма можно связывать с развитием масонства и в особенности с его немецкой ветвью. Многочисленные легенды связываются с раскопками рыцарями храма святых мест в Иерусалиме. Крестоносцы были уверены, что место, на котором раньше располагался храм царя Соломона, содержит в себе скрытые в тайниках реликвии. По легенде, тамплиерам удалось найти знаменитую гробницу царя Соломона и овладеть содержавшимися в ней артефактами, среди которых был ковчег подлинного завета. Но и с этим предположением не все понятно. Известно, что участники крестовых походов неоднократно проводили раскопки в Святом Граде Иерусалима. Однако с раскопками в районе храма Соломона они не имеют ничего общего. Соломон действительно построил в городе много зданий, но не в тех местах. Характер находок свидетельствует о том, что город был значительно перестроен римлянами, а следом за ними и мусульманами. Еще в одной из легенд о тамплиерах рассказывается об их баснословных сокровищах, которые так никогда и не были никем найдены. Целые десятилетия после роспуска ордена во многих странах шли непрерывные поиски этих драгоценных сокровищ. Среди возможных мест их нахождения называют часовню в местечке Рослин в Шотландии, где тамплиеры вначале укрыли свое золото от жадности короля Франции. В день начала массовых арестов рыцарей, доверенные люди короля Филиппа Красивого захватили банк тамплиеров и здание их казначейства на севере Парижа. Так что кажется маловероятным, чтобы какие-то богатства могли ускользнуть от этих людей. Я не уверен даже, что тайное сокровище существовало. Все средства, конфискованные у тамплиеров по всей территории Франции, попали в руки короля Филиппа Красивого и его прислужников. Другого и быть не могло. Легенд о рыцарях-тамплиерах каждый год становится все больше, по мере того, как высказываются все новые предположения и догадки о событиях, предшествовавших внезапному исчезновению ордена. В разное время тамплиерам даже приписывали обладание тайным знанием о ковчеге подлинного завета и местонахождении святого Грааля, и даже открытие Америки до Христофора Колумба. Композитор Пол Леонард Морган. Операторы Джереми Фристон, Эрика Киллер, Мартин Дунхейм. Режиссер Сара Хэррелл. Автор сценария Джеймс Вигнелл.